Всем привет, ребят! Ну что, у нас начинается трешачок, начинается коллекционер, куча заявочек. Постараюсь вам всем сегодня успеть паролить. Первый аккаунт моего подписчика Миши, UA из Украины, надо очень много героев. Самого мало, а героев надо много. Ну все как обычно. Окей, поехали, смотрим, что там у нас сегодня. Чем мы так громко там играем? Сделаем тише чуть-чуть музычку. Такс. Что нам надо по героям? Смотрим аккаунт. 291к. Ну, скорее всего, донат. Не, без донат. Вообще красавчик. Без донат 300. В принципе, 300 это уже нормально для без доната, кто играет давно. Так. Смотрим. Сейчас посмотрим гильдию. Бигфут. Заклинательница, Космо, Трифит, Седна, Афина, Асура, Рогатка. Ну, так, неплохо, неплохо, надо выпить. Так, находится он в гильдии Родос. Помню эту гильдию, первые, вторые места, пропуск, БХ, Кик, Акила, строго 20-45 или Кик, Форты, 20-00, WhatsApp на экране. Боссы 20.00, 21.00. Вот так вот. Кидайте заявочки, вступайте. Поехали, посмотрим на его аккаунт, что у него интересного есть. Анубис отлично, Махатма, Ворожей вообще. Только... ну, наверное, скорее всего, ЭСО потом выбил, поменял. Все правильно. Так. Ну, отлично, герои неплохие. Лазуля. Все гуд. Тыковка берсовая, конечно. Но все равно. Герои есть, таланты есть. Зачем ему герои? Шучу, конечно же, надо выбить Космо. Лазуля есть. Ну и Бигфута странно нету. Такс. У нас сегодня трата. Космо, коллекционер. В общем, все дела. Поехали. Попробуем. Посмотрим на эту удачу. Бум, Влад Дракула сразу же падает. Неплохо. Начало. Просто изи, ребят. Просто, пожалуйста, получи, распишись. Недостающий герой рогаточка у нас уже есть. Минус один, скажем так. Так, отлично. Ну что у нас? Асура. Асура, Афина, Седна, Трифит. Это такое более реальное. Поехали дальше. Пробуем. Слизни я не знаю, но вот снова это, конечно, Кенди. Кенди еще раз. Что у нас, конфеты сегодня будут падать? Рандомчик. Просто изи. Это просто изи, ребятушки. Ну что, ставьте лайки. Батька начал хороший ролл. Че, поздравляю тебя, самая крутая имба на сегодня в игре у тебя уже есть. Практически за 7к мы тебе достали уже два героя недостающих. Это просто аут. Я не буду здесь пилигать, потому что это просто нет слов, короче. В общем, вот так вот, ребят. Тащим все, что можно, пишите заявки и участвуйте в конкурсах. Ссылочки, как обычно, в описании. Просто кайф. Вот это кайф, когда заходишь на аккаунт и выбиваешь то, что надо. Я говорил, сегодня день Кенди. Третья Кенди нам падает. Так, поехали, нам надо еще несколько. Нам надо Бигфута словить. А то непорядок как-то. Космо есть, а Бигфута нет. Смотрите, как разобрали вражескую базу. Даже почти никто не сдох. Да ты что, даже никто не умер. Читеры, читеры. Да уж, ребятушки. Ну давай, Бигфутик нам нужен. Рино. Медузка. Странно, и Афины тоже нет. Афина ж, по-моему, можно было собрать. Малышник. Просто. Просто Трифит. Жесть, ребят. Честно говоря, я в шоке. Хранитель. А, что у нас по слизням?
7-15. Ну, половину собрали, есть шанс. Хотя ему тут Лазуля нафиг не нужен. Вот бочка топчик. Фрэнки. Хранитель. Ну, рандомчик, давай. Давай, надо. Фараон. Надо нам Бигфутик, Афинка, Седна. Одержимый, ну, немножко не то. Да, вот так вот начинаются роллинги. Я надеюсь, все такие роллинги будут. Так. Окей, let's go дальше. Надо слиться. Ну, тут мы должны уже слиться на таких героях. Вот, все, по-любому Седна должна выпасть. Слили мы вражескую Седну. Седна не пришла, но к нам пришел ледяной Феникс, еще один. Ну что, я поздравляю, я не хотел тебе его выбивать. Тебе его выбивать и не надо, в принципе. У тебя он есть, но у тебя будет еще один. Просто кайф. Вот это мне нравятся такие роллинги. Я думаю, вам тоже такие роллинги нравятся. Это читерство, это все админ панелька, ребятушки. Так, ну давай, давай, рандомчик. Эти не дослили мы, надо было всех. Ну опять Кенди. Просто не роллинг, а конфетка прям. Ну чё, я считаю, более чем достойно. Рогатка. Космо, ну космо, тут один космо, вот это все перекрывает, полностью все роллинги. И трифит. Плюс три героя. За 40к, да еще какие герои. Ну, видите, слизни. Да я думаю, нафиг ему эти слизни. Отлично. Та-та-та-та-та-та. Что там мне приходит? Часы сидятся. Так. Смотрю, подарков нет. Мы ничего не забрали еще. Так, отлично. Бум-бум-бум-бум-бум. Витал бум. Я же говорил бум. Ну, такое себе. Так, панчбокса ему достали. У него, оказывается, панчбокса не было. А что тут у нас будет? А тут у нас будет имба. Такс. Ну, вроде с этим разобрались. Плюс талантик у него. Еще плюс одна рунка. Это радует. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, ну, понятно, все. Поехали, хоть посмотрим. Может, там что-то на героях интересное выпало. Сколько ниндзиков. Маньяк. Так, железка. Ну, что я могу сказать. И это, в принципе, очень-очень даже неплохо. Так, с ресурсами, конечно, у него печально все. Счастливое число у нас сегодня нет. Надеюсь, он замок убрал свой. Так, ну что, поздравляю, в принципе, отлично все у нас. Так, а что у нас не забрали все? Места не хватает. В общем, пишите комменты, лайки, репостики, все как всегда. Блин, что так места не хватает. У него тут, блин, героев перевалом. Да-да-да. Так, почистим. Еще и снова вытащили. В общем, вот такие вот, ребятушки, у нас дела. Пишите комменты, лайки, репостики, все дела. Участвуйте в конкурсах. Ссылочки в описании. Я побежал дальше вам выбивать имба героев. Всем удачи. Всем пока.